У меня получился уродливый рисунок, и заканчивать я его не буду. Вот каждый мой рисунок проходит ту стадию, когда он максимально уродлив. Но это нормально. Только вот теперь я не начинаю его каждый раз заново. Наверное, это будет странно, но я делаю вид, что это не мой рисунок. Всегда же легче найти ошибки в чужих работах, чем в своих. Я такая смотрю и думаю, ой, чье это брошенное создание такое? Вот тут поправлю, и будет вообще огонь. Такой план действий у меня созрел еще в колледже. Учебный день у меня был с 8 до 7, и заново начинать какой-то рисунок просто было уже некогда. Так что иногда полезно отрекаться от своих рисунков.